Анастасия Гуманова, Алексей Сенцов. На 12-м месте. Совсем молодые. Анастасия Губанова и Алексей Сенцов. Вряд ли они выберутся с этой позиции. Я так понимаю, что не в этом и дело. 2000 года рождения Анастасия. Родом из Перми. Ну, точнее, родом из Оренбурга, из области. А работают и тренируются в Перми.
Анастасия Губанова, Алексей Сенцов. Что говорить? Самое начало очень длинного-длинного пути сейчас у этих ребят. И они многое умеют по сравнению с теми ребятами, которые еще не заслужили права выступить на чемпионате России. Но, естественно, такие люди, какие будут кататься в заключительной группе, для них боги, к которым они и будут тянуться все это время. Она, конечно, совсем малышка. Даже забавно то, что он ведь тоже еще совсем молодой человек. Но при его росте ему прям приходится склоняться, нагибаться пониже, чтобы сделать выброс с этой малышкой. И они с этими выбросами практически справились. Вот сальхов, который они сделали, она выехала. Также они хорошо сделали подкрутку, сделали каскад, двойной риберг, двойной тулуп. Еще один прыжочек у них не задался. Девочка сорвала тулуп. Поддержки, ну что, поддержки легко. Вот еще один выброс тулуп не получился. Поддержки были и со сменой направления, со сменой позиции. Единственное, что, конечно, очень сильно нам пока, нам как зрителям, хватало темпа, полета. Было по сравнению с тем, что мы увидим через час примерно. Это, конечно, нужно понимать, что пока медленно, даже немного поученически, но они молодцы. Пробили сюда. Сделали, что могли. Анастасия Губанова, Алексей Сенцов. 853 их результат. Ну и общая сумма 116,79. Это на 40 баллов меньше, чем у Астаховой Курдюкова.